Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Сегодня посмотрим мы с вами немножечко украшений от мастера Оли, город Асбест. И анонсиком расскажу чуть-чуть. Завтра будет Нейзельбер все по 1500 рублей. Это суббота будет, и в воскресенье будем отдыхать. И вы, и я, и вы с семьями, и я с семьей. Так, ну, давайте с чего-нибудь начнем. Камень коллекционный. Это марганит, воробьевит или розовый берилл. Камера у меня его показывает бежевым. На самом деле он розового цвета. Марганит Бразилия, 3900 рублей, 6,1 карата. Размер колечка 16,5, 16,7. Очень стильное колечко. И очень органично смотрится. Я бы сказала, 5,4 грамма. Так, ну вот вся, кому интересно, вот вся информация по колечку и по камешку. Так, к этому колечку сказочные серьги. Это марганит и розовый турмалин. Турмалин Забайкалье, марганит Бразилия. Турмалина гранка, марганит 12,3 карата, длина серьги 3 миллиметра, швензы, посмотрите, не заниженные, очень изящные серьги, 7900 рублей, 5,7 грамм, это примерно 2,9 на ушко, вот так, ну, почти по 3 грамма. Далее, вот кто просил, это флюорит, у меня он травяного оттенка, очень сильно напоминает берилл, вот, камера добавляет синевый, и на камеру он цвета морской волны, 35,4 карата, Забайкалье 5200 рублей. Размер 17,5-18. Вот так. Очень аккуратная работа. Стильная модель. Серьги с гранатами. Гранат Альмандин. Показываю на просвет высочайшего качества. У меня на камеру на порядок ярче, чем показывает камера. Вот так, вот на порядок. Вот смотрите, вот на камеру, у меня вживую он вот такого цвета. Вот. Так, смотрите, швенза на любую мочку и на любой прокол. Занижение штифта есть 4900 рублей. Диаметр 13 миллиметров, длина серьги 33 миллиметра. Гранат Альмандин 4900 рублей. Хризолит Бразилия. Ну, камни восторг, конечно, что там говорить. Красота из красот, повторюсь, вживую. Вот на порядок ярче, чем то, что показывает. Ну, вот даже вот у меня камера хорошая. И то, вот то, что я вижу, на порядок ярче. 1 карат 4200 рублей. 3,7 грамма. Занижение штифта есть. Второй ряд, чтобы вы тоже ориентировались, где я что беру. Аметист лавандовый. Так, сейчас мы камеру настроим. 5 карат. Фантастический камень. Шикарнейшие серьги. На любой прокол и на любую мочку. Сядут
Вот так, 6100 рублей. У меня есть вторая пара. Они чуть-чуть, там 4,9 карата, по-моему, стоимость их 6000 рублей. Так, вес одной серьги, ну, 1,6 грамм. К этим шикарным серьгам у меня есть вот такое колечко. Они похожи, они и так похожи, и так. Их можно вместе, можно отдельно. Все, пожалуйста. Кольцо классика, очень нарядное, 18-18, 2 размер. 2,1 карата, аметист лавандовый Бразилия. Собственно, серьги тоже Бразилия, но Оля, наверное, просто не дописала. 4500 рублей стоимость колечка. Смотрите, вот так будет очень нарядно на ручке. Классическая модель, не стареющая классика. Все, пожалуйста. Печаточка модерн. 4,8 грамм. 19-19,7 размер. Печатка унисекс. И мальчикам, и девочкам Гелиодоры, Берилы, Забайкалье, Урал. 10500 рублей. 1,85 карата. Красавцы. Еще колечко. Талисман на финансовое благополучие. Танзанит, Танзания. Размер 19, 19,2. Тоже, на мой взгляд, и на мальчиков, и на девочек. Так. Его, кстати, можно носить и в качестве обручалки. Вот такое колечко. И плюс еще, повторюсь, амулет на финансовое благополучие. Берил. Урал. Вот такая яркая-яркая звездочка. 18 размер колечка. Диаметр 5,4 миллиметра. 4900 рублей. Вот такое изумительное колечко. Могу даже померить. Вот так оно и видное, и яркое. 4900. Так, третий ряд. Смотрите, следим. Третий ряд. Третий ряд. Пуссеты, опалы. Камешки чуть-чуть разные, но хочу сказать, что они удивительно подходят друг к дружке. Опалы, по крайней мере, одного тона и примерно вот одного качества. Очень сложно с опалами подобрать так, чтобы они были одинаковые. Опал Орликин Эфиопия, 11500 рублей, 2,5 карата. Вот так, смотрите. Штифт находится вот таким образом, что серьги будут у вас на мочке ушка. Так. Красота из красот. Драгоценный камень. Шпинель 0,7 карата. 18 размер. Индия, шпинель Индия, 6000 рублей. Красавец. Можно носить и в качестве обручалки тоже на 18 размер. Вот такой драгоценный камень, кстати, первого порядка. Пришло мне сообщение из Австралии, предложили мне шпинель. Но когда мой бухгалтер посчитала, во что это обойдется, растаможка 30%, ну, в общем, решили не дергаться. Вот такая красота. Так, дальше.
Так, колечко 7,3 грамма. Кто просил, пожалуйста, зеленый кианит Танзания. Женщина отложила, не смогла выкупить. Ну, обстоятельства бывают разные. 4500 рублей. 7,5 карат, 18,5 размер. Вот, красавчик, смотрите. Зеленый кианит. Красивый. Так, это бериллы, гелиодоры и турмалины. Вот такой микс. Дорожка 17, 17 и 2. 6500 рублей стоимость колечка. Так. Ну, мне кажется, это все-таки для молодой девушки. Вот, по крайней мере, своим дочерям я такие оставила. Так, и к колечку есть вот такие сережечки. Конечно, нежность нежная. Вот так. Смотрите, 6500 стоимость кольца и 7000 стоимость сережечек. И, конечно же, имею возможность предоставить рассрочку, конечно. Так, предпочтение все-таки буду отдавать тому, кто возьмет, ну, набором. Но согласитесь, все-таки это набор. Так, последний ряд. Смотрим. Кольцо называется «Элегия». Очень поэтичное название. 17 размер. Топаз натуральный Sky Blue. И белый родий. Вот смотрите, мастер, когда изделие родировано, прописывает это в бирке. Колечко родировано 6500 рублей. Топаз натуральный Sky Blue 17 размера. Так, ну, наверное, не получится с примеркой. 17-й, ну, никуда мне. Так, следующее изделие. Это бериллы Средний Урал, 7100 рублей. Вот такие серьги, занижение штифта 5 миллиметров. Будут очень интересно сидеть на ушке. 3,4 грамма по 1,7 на ушко. Так. Слова закончились сразу. Вот вы знаете, когда вот смотришь на вот такие вещи, правда, вот даже говорить ничего не хочется, потому что, ну, по-моему, камни говорят сами за себя. 4,3 карата. Швенза с заниженным штифтом на любой прокол и на любую мочку. Опал Орликин Эфиопия. 16500 рублей. Длина серьги 30 миллиметров. Для кого это важно? Овал 10×8 миллиметров. По 2 грамма на ушко. К этим шикарным серьгам, пока не положила их, есть вот такое кольцо. Можно купить вместе, пожалуйста. По крайней мере, вот на мой взгляд, они вполне могут составить вот такой очень-очень-очень неслабый комплект. Очень. 19-19,5 размер этого стильного кольца. 1,7 карата. Опал 8800 рублей. Колечко. Вот на мой взгляд, ну, больше унисекс и мальчикам, и девочкам. Хотя может и составить вполне комплект с серьгами. Самые дорогие гранаты. Демонтоиды.
гранаты, имеющие блеск бриллианта. 19 размер печатки, печатка унисекс и мальчикам, и девочкам. Печатка радирована. Демонтоиды уральские, 16500 рублей. Вес изделия 6,4 грамма. Смотрите, и мальчикам, и девочкам. Очень достойное кольцо, очень. Такие зеленые бриллианты. Вот так. Так, ну и, на мой взгляд, шедевр из шедевров. Тоже вот, по-моему, камни говорят сами за себя. Размер 18-18,5, 1,9 карата. Средний Урал, 19800 рублей. Так, размер 18-18,5. И в качестве обручалки такие изумруды. Шикарные камни. Просто вот, вот фантастика. И вот так, вот так. Это в профиль. Так, ну вот на этом давайте и закончим. Всего вам доброго, впереди выходные. С вами была Татьяна. Будьте здоровы!